Привет, меня зовут Олеся, и вы на моем канале. В этом видео будет небольшой обзорчик на мадам Трикот. Итак, начнем мы, пожалуй, с вами вот с этой пряжи. Это Мерино Голд Батик. Вот такой вот цвет, посмотрите какой. Бактусы, платки, снуды, не знаю, что еще можно, кардиганы повязать. Вот смотрите, вот такие здесь полосочки получаются. 400 метров на 100 грамм, мериносовая шерсть 25% и 75% акрила. При этом она очень мягкая, не скрипит, не колется, прям нежная. Вязать из такой пряжи одно удовольствие. 838 цвет, крючок рекомендуется 2 и спицы 4-4,5. Если вы крючком вяжете туго, то можно взять и троечку. Крючок, в принципе, будет нормально. Так, и еще есть вот такой цвет. Сейчас я вам его покажу, дивули. Так, вот так вот сделаем. Вот, смотрите, вот такой цвет. Тоже такой интересный достаточно. Ну вот, трогать ее, конечно, приятно. Это 839 цвет. Дальше, ну раз мы начали с мерина, то пойдем по мерина, да? Так, далее, вот у меня тут лежит просто Merino Gold. Цвет, посмотрите, какой цвет, это лососька, по-моему. Вот такой он, видите, какой красавчик. Вообще, Merino Gold я бы вам попробовала повязать. Это полушерсть. Здесь у нас идет 400 метров на 100 грамм, 49 шерсти и 51% акрил. То есть такая классическая полушерстяная пряжа. Цвет здесь у нас номер 036, и рекомендации по крючкам и спицам вот такие. То есть спицы 4-4,5, крючок 2-2,5. Вот, ну тройку крючок тоже, в принципе, можно взять. Вот такой красивый цвет, тем более весна. Хочется, конечно, уже более таких цветов нежных. Далее идем. Это у нас пудра. Тоже такой достаточно интересный цвет. Сейчас, девочки, секундочку. Вот такой вот он нежный, привлекательный цвет. Номер цвета 001. Merino Gold подходит для вязания. Ну, всего, девочки, это полушерсть, поэтому здесь уже как вы захотите, что вы захотите вязать. Дальше, вот этот цвет меня, конечно, прям очень поразил приятно, потому что посмотрите, какой он. Это просто великолепный цвет. Это, по-моему, увядшая роза. Такой вот он, 127 цвет, очень такой интересный, да? Буду рада слышать в комментариях тех, кто вязал уже из этой пряжи, девочки, красавицы. Далее идем, Merino Gold 200, это та же пряжа, что и Merino Gold, просто она толще. Ну и приставка 200 говорит сама за себя. Здесь идет на 100 грамм 200 метров, такой же состав, здесь 49 шерсть, 51 акрила. Это вот такой темно-синий цвет, 0,19. То есть она тоже подходит, в принципе, для вязания абсолютно всего. Так, вот такая вот она. Крючок, спицы, эта пряжа любит все. Так, дальше идем. Вот такой серый цвет, куда без серого. Всегда нужен нам. Да, такой нейтральный цвет, скажем так. И номер цвета 007 у него. Так, и, конечно же, в Merino Gold 200 тоже есть вот такой, как и обычный, так и лососевый Merino Gold 200. 0,36 цвет вот такой. Идем дальше, чтобы время не тратить ваше. Тренд. Пряжа Тренд. Вот смотрите, какая яркая, желтая, подходит для вязания аллергикам и также деткам. Пледы, накидки, ну и одежду можно вязать из этой пряжи, потому что она мягкая и очень такая тактильно приятная, солнышко в руках. Ой, это 100% акрил, но это акрил нового поколения, и он абсолютно не скрипит. Вот такая ниточка, довольно-таки крутка ниже среднего. Так, что у нас здесь? 100 грамм, 165 метров, 0,29 цвет, крючки, спицы, крючок 2,3. Спицы 4,5, но она очень мягкая, девочки, поэтому те же бактусы на весну повязать, почему бы и нет. Ну или какие-нибудь кардиганы легкие, советую. Вот такой цвет, тоже посмотрите, какой
Это цвет 0,15. Вот такой вот он. Мне он очень нравится. Он прям такой классный. Это мой любимый цвет, девочки. Один из моих любимых синих цветов. Дальше вот такой идет цвет. Это, можно сказать, кофейный такой. Цвет вот он красивый. Тоже на весну будет вам хорошо. Смазано. Так. Краска, видите, не высохла. И, видимо, сразу начали упаковывать. Цвет 0,99 тут идет. Пока найдешь нормальную надпись. Тренд Кейк, он подходит, в принципе, для всего и для всех. Поэтому возьмите его тоже на заметочку. А, так, посмотрите, какой цвет. Это просто космос, отвал башки. По-простому, по-народному. Не смогла сдержать эмоции, простите, но это просто. И он прям реально нежный. Его приятно трогать в руках. Ой, прям, конечно, 002 цвет. У него вот такой вот он яркий. Так, ну и пойдемте дальше с вами. Что еще вам показать? Так, сейчас я вам покажу хлопочек Макси. Вот такой вот он. Смотрите, какой моток. Это просто моточище на втулочке. Все как надо. Так, это 100% хлопок. И здесь 565 метров. Цвет 41,05. Подходит он абсолютно для всего. Сарафаны, топы, майки, скатерти, салфетки. То есть это универсальная такая пряжа Макси. Вот такой моток. Так, что еще вам показать? Сейчас я вам еще покажу Ангора Батик от Мадам Трикот. Такая вот достаточно тоже интересная пряжа. Можно вязать все, что угодно. Все, что вам хочется, то и можно вязать. Так, этикеточка тут. Такая вот эта пряжа. Рекомендации по спицам и крючкам. 3,5 спицы, 2,5 крючок. И состав здесь идет так. На 100 грамм 550 метров. 10 мохера, 10 шерсти и 80 акрила. Цвет 861. Вот такой вот тут цвет. Видите? Прям спокойный такой цвет, можно как сказать даже. Ну и повязать всякие штучки интересные. Так, и еще у меня тут я вам хочу показать вот эту. Это Favori Batik, это акрил. Но акрил это премиального класса. Он не скрипит, никакие звуки дополнительные не производит. Вяжется абсолютно легко и подходит для крючка и спиц. Рекомендации по спицам и крючкам 3,5-4, цвет 906, вот такой вот он. Это 100% акрил, 100 грамм 210 метров. Такими полосами он ложится, то есть можно и бактус, и какие-то накидки там на что-либо, неважно. Эта пряжа подходит для всего, в принципе. Главное, как ваша фантазия вам подскажет вязать. Далее вот такой цвет еще есть. Смотрите тоже, какие цвета, какое буйство красок. Просто волшебство какое-то. 900 цвет. Еще раз вам покажу. Такой, как единорог, что ли. Не знаю, как его правильно назвать. А вот этот цвет меня, конечно, просто поразил своей яркостью. Это для смелых девочек, которые любят такую яркую цветовую гамму. Посмотрите, какой цвет. Просто волшебство. Так, 908, вот такой вот он. И последний цвет, это вот этот. Просто. Так, сейчас, секундочку. Так, мы сделаем. Вот здесь вот так смешано все. И номер цвета 902. Жду вас в комментариях, что вы вязали из этой пряжи, что посоветуете вязать, как она себя ведет, что она вообще из себя представляет. Если вы вязали и в курсе, то буду рада вас услышать. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, ровных петелек. Пока-пока!